Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Наргиз Абиева. Гамар Гасымова. Откуда вы к нам приехали? Из Азербайджана приехали. Из Азербайджана. А как вы узнали о нашем городе, Харькове, о нашем университете? Мы через наших студентов, друзей узнали, что они здесь учатся. Мы тоже хотели поступить сюда и поступили, так как уже на четвертом курсе. На четвертом. И вот вы уже на четвертом курсе. Какие у вас отзывы, впечатления о нашем университете? Очень хорошие. Мне очень понравилось здесь. Я, наверное, думаю продолжить в дальнейшем. Думаю, в магистратуру поступить. В следующем, иншаллах, поступлю. Вот так хорошие у меня. А есть у вас какие-то, может быть, пожелания нашему университету? Что бы вы хотели, чтобы, возможно, изменилось, либо добавили? Пока еще все нормально. Нас все устраивает. Все устраивает. Я понял. А хотели бы вы, чтобы ваши друзья, либо знакомые здесь тоже учились? Советуем своим друзьям, чтобы поступили сюда и учились здесь, как мы. Я понял. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего.